Главная премия номер один. Сегодня Уральский завод гражданской авиации представлен двумя основными видами деятельности. Это ремонт силовых установок для вертолетов конструкторских бюро «Миля», «Ми» и «Камова», «К», а также производством самолетов гражданского назначения и беспилотной техники, организованном на территории второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина». Кроме того, завод ремонтирует двигатели для газоперекачки, бывшие авиационные двигатели, адаптированные для работы на земле в составе газотурбинных установок. УСГА осуществляет сборку чешских самолетов L-410 с модернизацией шасси и заменой бортового радиоэлектронного оборудования собственной разработки. Эти самолеты призваны обеспечить нужды региональной авиации страны. Для суровых условий Крайнего Севера разработано лыжное шасси и шасси для посадки на грунтовую полосу. В настоящее время в разработке шасси для посадки на водную поверхность. Для тренировки пилотов учебных учреждений гражданской авиации производятся австрийские самолеты Diamond DA-42T, которые в скором времени будут полностью локализованы на базе предприятия. В данный момент на самолеты устанавливается отечественное бортовое оборудование. В 2017 году поставлен последний комплекс беспилотных летательных аппаратов для нужд Министерства обороны. В 2019 году Уральский завод гражданской авиации отметит свое 80-летие.